Всем привет! Сегодня я хочу показать очередной автомобиль, который будет у нас разбираться на запчасти. 2014 год. Mazda CX-5 с объемом двигателя 2.0. Автомобиль имеет в основном передний и задний удар в водительскую сторону. Как мы видим, сразу же скажу, капот у этого автомобиля он не годится, крыло тоже. Вот так вот все вывернуто, фары нету практически. Лонжерон у автомобиля с виду целый. Автомобиль у нас заведенный. Работа мотора отличная. Все жидкости присутствуют. Сразу же покажу, что вот стойка, она кривая, сместилась. Дверь это тоже вся кривая получается, вбитая дверь вообще не годится. Сразу протестирую моторчик рабочий. Все окна открываются и закрываются. На автомобиле у нас 109 тысяч. Ошибок на моторе нету. Работа мотора отличная. Безопасность у автомобиля полностью целая. Все замечательно. Безопасный автомобиль. От таких ударов ничего не скрылось. Супер. Задняя ходовка у автомобиля кривая. Заднее крыло тоже не годится. И крыша тоже ее всю вот так вот сместила, заломала. Дверь не открывается. Ее зажало, но она с виду целая. По задней части у нас крышка багажника вся кривая. Спойлер, вот я думаю, спойлер будет он целый. Бампер не годится также. Фонари целые два вот. Все отлично. Внутри присутствует докатка. С пассажирской части здесь немножко так корябаны. Шина хорошая. Двери все хорошие, имеют такие минимальные царапины, все видно. Такие вот царапины минимальные, двери имеют. Присутствует вот молдинг такой, с крыла, видимо, он такой, с минимальными дефектами. С пассажирской стороны все отлично. Ну и на этом все. Всем пока.